Идет работа над созданием выставки, экспозиции, инсталляции на тему переплетения. Мы ждем всех, кто может помочь нам, потому что у нас очень много экспонатов, очень много мелкой кропотливой работы, требующей душевного отношения к каждому экспонату. Мы уже дружим с нашими волонтерами, которые каждый день прибывают. Выставка должна быть смонтирована, первый этап 3 марта, и поэтому 3 марта мы, наверное, встретимся с теми, кто хочет ее увидеть. Но я как понимаю, выставка будет продолжать заделываться в течение марта и во всю силу заработает, наверное, в апреле.